Всем привет, друзья, с вами Гемилькар Барка. Начинаем смотреть турнир по Total War Attila. Один из крупнейших вообще турниров, турнирных серий, можно сказать, в серии игр Total War, Кубок Наций по Attila. 2018 год. Будем смотреть бой группового этапа. Dark Admiral против игрока клана Хан. Фи. Нику парня. Dark Admiral играет за Восточную Римскую Империю, а Хан играет за Вандала. Будем смотреть, как ромеи будут карать варваров. Посмотрите на лицо этого сурового римского протектора доместика. Он готов уже, я думаю, надрать задницу вандалам. Итак, Dark Admiral — один из моих самых любимых игроков за его стиль ведения боя. Я это говорил много раз и не устану повторять. Так что будет много его боев, если нам повезет, конечно. Итак, смотрим состав. Миновлаты 3 штуки, великолепные пикинеры по центру стоят. За ними идут протекторы доместики в количестве 4 штук, 2 по центру, по одному на флангах. Этерии великолепные, вот эти вот. Можно сказать, это варяжская гвардия. Варяжская гвардия Византии. Вот эти суровые парни с топорами такие. Просто готовы нахлобучить вандалов. Такие ложковатые пращники. Фундиторос. Ударная кавалерия. Клибинарии. По одной на флангах. И палантинская схола. Палантинская схола, реально. Три палантинские схолы и генерал Комитат. Не до генерал, не до кавалерия. Поехали, поехали. Будем смотреть состав у вандальчиков. Германский ночной налетчик. Что-то тут потерял на фланге. Видимо, он путается во времени суток. Вроде бы он ночной, а бой у нас происходит днем, но он все равно на поле боя. Итак. У вандалов германский метатель, один на фланге стоит, да, на левом. 4 отряда германских лукарей по центру, знатные германские мечники 3 штуки по центру, вандальский берсерк. 3 вандальских берсерка на левом фланге и вандальский берсерк на правом фланге, кавалерия, ударная конница, это царская конница свебов, генерал, вандальский военачальник и знатный аланский всадник. Раз, два, три, три штуки. Отлично, поехали смотреть, что здесь будет. Само собой, начинает здесь вандал разминать своими лукарями ромеев. Ну а Dark Admiral в своей излюбленной манере просто здравствуйте, заезжает кавалерией и начинает заводить сюда своих миновлатов. Вот очень грамотно он сейчас поставит своих пикинеров. Я смотрел просто этот бой несколько дней назад, когда он мне пришел. Все, вот видите, он их поставил, он их никуда не дергает, они тихо, спокойно, а не, вот видите, пошел чуть-чуть вперед. Вот сейчас будет он в попу тыкать вот этих вот голожопиков, и я думаю, миновлаты здесь должны, в принципе, нарубать. Хорошо маневрирует кавалерия. Видите, бой разворачивается на правом фланге Восточного Рима, на другом фланге тишина. Но вот видите, здесь вот этот германский ночной налетчик откидался по палантинской схоле. Палантинская схола, на самом деле, очень дохлая кавалерия. Не знаю, почему он брал именно ее. Там есть Тагмата, более качественная кавалерия, можно было ее. Вот здесь натиск проходит по протекторам-доместикам, но знатные аланские всадники в лобовом чарже, я не думаю, что они много убьют. По идее, протекторы-доместики, они убивают германских пикинеров. Ну и что можно сказать, здесь куча мала, все друг на друга, но здесь генерал, вандальский генерал здесь сражается, если он откинется, это будет очень плохо для вандалов. Ну, конница убегает. Посмотрите, вот минус одна кавалерия уже сразу. Здесь конница потрепана. Миновлад здесь наполучал и убегает. 0 человек он убил. Вся конница Восточного Рима завязла в боях. Но то же самое можно сказать о... Хотя нет, не то же самое можно сказать. Вот здесь натиск по генералу. Аланы наносят.
по Камитату. Здесь тыловой натиск по Этери, и здесь вандальский берсерк с натиска пытается войти в Камитата, и он может откинуться. Вот здесь убегает вандальский генерал, это очень хорошо, это очень большой успех. Враг собирается силами, но Миновлада, но эти Этери, вот я вижу, что частично они вошли неплохо. Вот видите, вот 74 это очень мало для Этери. Вражеский полководец убит, как мы слышим. Великолепно на самом деле. Царская конница Свега убегает. Ну, что я могу сказать? Несмотря на то, что генерал убежал у вандалов, я бы все-таки отдал предпочтение именно им, потому что основной замес на правом фланге побеждают именно они, а ударная сила Восточного Рима, Этерии, осталась буквально от... Ну, их не осталось даже, можно сказать. Вот здесь в Этерии 27 человек, здесь в Этерии 20 человек, да? Это, конечно же, очень много, но остаются лучники, а кавалерии у Восточного Рима нету. И нечем будет этих лучников разгонять, в принципе, можно докатить. Да, видите, чем дальше, тем больше увеличивается преимущество у красненьких и у желтеньких. Оно, наоборот, сокращается. Ну, в принципе, бой до последнего продолжается. Но видите, кавалерия. Все-таки кавалерия. Раз, два, три кавалерии в конце боя остается у вандалов. И только один генеральский отряд остается у Восточного Рима. Это все-таки очень значительный фактор, так как все-таки Аттила, как ни крути, это игра про кавалерию. И здесь затаскивает именно... Хорошая, грамотная игра кавалерии. Но ты не можешь сыграть хорошо и грамотно дохлой, убитой, вонючей римской кавалерии по типу вот этой палантинской схолы. Как она называлась-то? Промоты. Ну, в общем, вот эта дешманская кавалерия римская, которая была вот... Да. Дешманская римская кавалерия не способна ничего сделать. Циферки на ваших экранах, друзья мои, видите, все-таки один отряд пикинеров, Миновлатов, 87 фрагов, это очень круто, но остальные два слились, конечно, генерал 83 для вот этого вот отряда, это просто великолепные цифры, один отряд протекторов, доместиков, неплохо себя, даже два отряда неплохо себя, 53-42 для доместиков, это в принципе нормальные цифры, два отряда слились, и только одна Этерия, можно сказать, что свою норму выполнила, 109 фрагов. А вот эти две, они все-таки должны за сотню уходить минимум, а лучше, чтобы под 120-130 фрагов они делали. Тогда можно сказать, что они сыграли. Ну, посмотрите, как ужасно кавалерия сыграла. 29-15, ударка, 14-27-15, это очень-очень-очень плохие цифры у кавалерии. Так не должно быть. Рим не может выиграть, когда вот это вот... бомжатская кавалерия берется в составе. Ну, на мой взгляд, не знаю, Дарк Адмирал гораздо более титулованный и именитый боец, нежели я, ему, наверное, виднее. Смотрим, что показали вандальчики. Пикинер, кстати, которого я забыл представить, да? 15 фрагов сделал, знатный германский мечник, 176 фрагов, замечательные цифры. Один берсерк 162, ну, а остальные, в принципе, свою норму выполнили. Генерал 34 фрага. Лукари, в принципе, весь бой стреляли, 24-43, 20-14, в принципе, неплохие цифры. Проща, 73 фрага, великолепно. Ну и посмотрите, насколько лучше кавалерия сыграла. 157, 120, 65, 46, ударка 114 и вот эта вот стрелковая кавалерия 61. Я думаю, именно в более грамотной игре кавалерии и был залог победы вандалов. Побеждает хан Фи-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 Фи, а Дарк Адмирал проигрывает. Давайте посмотрим в следующий бой.